Лекция номер 21. Йодометрия, йодометрия, тетранты метода, определение КТТ, хлоридометрическое тетрование, количественное определение окислителей и восстановителей. План лекции. Введение, йодиметрическое тетрование, тетрант метода, условия проведения тетрования, определение точки КТТ. Применение. Апометрия, йодометрическое тетрование, тетрант метода, хлоридометрическое тетрование. Йодиметрия. Метод определения восстановителей прямым тетрованием стандартным раствором йода. Йодометрия. Метод определения окислителей заместительным тетрованием йода стандартным раствором тисульфата натрия. Оба метода объединяют под общим названием йодиметрия. Это тетрование раствором йода или раствора йода. В основе метода лежит полуреакция восстановления молекулярного йода. Однако йод малорастворим в воде. Его растворяют в присутствии йода с образованием триодид иона. Тетрант метода. Тетрантом метода является раствор йода. Кристаллический йод не отвечает требованиям стандартного вещества и плохо растворим в воде. Кроме того, йод разлагается на свету. Его хранят в затемненном склянах на холоду. Тетрование раствором йода проводят на холоду во избежание улетучивания йода. Кроме того, при повышении температуры чувствительность крахмала становится менее эффективной. Стандартный потенциал редокс пары йода невелик, поэтому ОВ-реакции с йодом не идут до конца. Для увеличения полноты протекания реакции тетрования ведут присутствие веществ, которые связывают продукты реакции в прочных комплексах. Йодометрическое тетрование проводят в слабокислых, нейтральных и слабошелочных средах. Безинтеграторный метод. Одна избыточная капля раствора йода окрашивает титруемый раствор в желтый цвет. Индикаторный метод. В качестве индикатора применяется 1% раствор крахмала. Одна избыточная капля раствора йода окрашивает титруемый раствор в синий цвет. Йодометрическим методом определяются ряд неорганических восстановителей, фармацевтические препараты, такие как анальгин, аскорбиновая кислота, формалин, пенициллин, кофеин и другие. Обратим внимание на определение формалина обратным методом. Определение воды йодометрическим методом Фишера называется акваметрием. Реактивом Фишера раствором диоксида серы, йода и пиродина метаноне. Реакция протекает в две стадии по схеме. Йодометрическое тетрование. Йодид ион эффективный восстановитель, однако в качестве тетранта не применяется, так как неустойчив и окисляется в кислородном воздухе.